Доброго времени суток, с вами канал Зяблик, мы продолжаем играть в FIF и... В общем, катаем, малёк. Слишком громкая музыка, я извиняюсь. Но тише я ее делать не буду. Потому что не хочу. Будут проскользить вот так. Нет, не могу. Озаренные оставили свой след. Пройти по мосту будет нелегко. Ага, мне надо попасть на ту сторону. Окей, сейчас будем выкручиваться как можем. Ой, нафиг! Я случайно. Я думал, там нельзя упасть. Эх. Сейчас будет все нормально. Я вроде бы понял. Там только нужен будет таймер. Озаренные оставили свой след. Пройти по мосту будет нелегко. А, нет, тайминг не нужен. Блин, знаете, что мне это напомнило? Мне это напомнило Tomb Raider. Была там такая миссия. Нужно было бежать, там храм рушился, там бежать нужно. Я просто вот недавно перепроходил Tomb Raider, именно на ПК. До этого его проходил на консоли. Потом вот решил на ПК пройти. Как тут? Ассоциации у меня сразу же. Туалет. Окей. Туалет, туалет. Ай-яй-яй. Возьми. Нет, не будешь брать. Ладно. Иди тебя колотить, а давай беги. Нет, тоже не берешь. Ты же не хочешь брать, да? Когда горишь, не хочешь брать, когда не горишь, хочешь. Так, куда? Сюда. Да и музычка такая, ничего так. Только главное, чтобы не заблокировали. Будет вообще плохо. Целую серию, знаете, такую? Финальную серию. Я сомневаюсь, что именно эта серия будет финальной. Хотя, кто знает, кто знает. Эта игра мне такие сюрпризы преподносит, что как бы я не читаю. Видишь, рычаг крути заранее. Правило есть такое. Ой, куда я? Сюда. Надо ступать осторожно. Сейчас это крыша того и гляди упадет. О чем я и говорю? Это реально громко как-то слишком. Слишком громко. С собой заберу. Деньги-то у меня есть, но на чем мне деньги? Революция. Тебе в кайф падает, да? А вот наш переход через локацию. Оригинальный, кстати, хочу отметить переходы через локацию. То есть вот как подгрузка карты. Довольно прикольно сделано. Я не делал тебе ничего плохого! Я не хочу оказаться
в ловушке, если эта часть моста рухнет. Может, наверху будет лучше? Надо было раньше думать, я думаю. Думаю, раньше надо было думать, что-то да, музыка слишком. Давайте все-таки ее потише сделаем. Музыка, голоса, музыка. Музыку потише. Звуки тоже потише. Голоса, так. Вроде бы так тихо, но как-то вот... Все равно. Она слишком громкая. До этого я этого не замечал. Сейчас. Пошло лучше на ответ. Нет времени осторожничать. Надо бежать. Правильно, сейчас через дом. Бред происходит. Рушится все. Надо вернуться в башню и пополнить припасы. Тут есть над чем подумать. Ты реально хочешь вернуться в башню? Блин. Кто, кстати, такой? Предметы обстановки. Окей. Предметы обстановки используем. А, ну потому что я в этой... Довольно. Надо больше убивать витрины предметов. Давайте опустошим сундук еще раз. А тут уже все, мне нечего брать даже. Как-то так вот. В тебе что-то переменилось, дитя теней. Баланс Примали нарушен. Она говорила с тобой, но ты не слушал. Ты говоришь об Эрин. Сила Примали не просто вошла в нее. Она сделала Эрин частью города. Если Эрин умрет, пока Прималь в ее теле, весь город исчезнет. Словно его вообще не было. Барон думал, что Прималь можно извлечь с помощью всех осколков. Три — это еще не все. Но ты видел недостающую часть. Думай! Орион. Сегодня ночью ты должен попасть в собор. Укради последний осколок у Ориона и найди способ извлечь Прималь из Эрин. Она должна выжить. Ты нужен городу, Гаррет. Я не спаситель. Нравится тебе или нет, но человек не остров, Гаррет. Чтобы быть одиночкой, надо, чтобы было кого сторониться. Ну что ж, погнали тогда. Спасать, красть. Мы ж воры. Ё-моё, там же всё сейчас в огне. Чем внимательнее вы встаёте город, тем богаче становитесь. Логично. Собор находится в старом квартале. Он стоит заброшенный с незапамятных времен. Ещё не поздно, друзья. Примите рассвет и станете одними из нас. Город меняется. Новая эпоха наступила благодаря Ориону!
чертовы фанатики. Каждую ночь один и тот же кошмар. Я твой кошмар. Окей, удерживаем. Переходим через локацию в очередной раз, да? Да. Но, как я уже и говорил, переходы через локацию в этой игре оригинальны. Я совсем замерзла. Совсем замерзла. Да холодно, как на Северном полюсе. А, тут как прикажешь, брат, за Ориона, за новый рассвет. Надо больше спать. Знаете, есть, конечно, город такой вариант. Полон надежды, сестра. Взять, пробежать, конечно. Вера должна быть крепкой. Грядет новая эпоха для всех нас. А можно и пройти, попробовать сзади. Но тут идет чувак, и он что-то знает. Погоди, не фрись, пожалуйста. Город полон надежды, сестра. Вера должна быть крепкой. Грядет новая эпоха для всех нас. Я видел какое-то движение. Стой! Не спать! Тебе показалось. Нафиг, пошел. Ай, куда я упал? Не-не-не-не-не, я просто пробегу. Идите, братья и сестры! Пришло время всем вот верующим встретить... Вот и все. Тайный новый... город. Глава 7. Видится, что у меня все готово. Видимое... Барон сказал, что последний осколок камня прямой. Примали у меня в глазу. Он еще безумнее, чем этот город. Он, то есть, Альдус, тоже что-то задумал. Если он вправду нашел способ исцелять мрак, это как-то связано с энергией Примали в Эрин. Угу. То есть, он с помощью Эрин исцеляет там каких-то ушлапанов. Нет. Я опоздал на последнюю экскурсию. Придется самому искать дорогу, чтобы объяснить Ориону, что он не прав. Если бы камни могли говорить, они бы говорили загадками, как королева попрошайка. Сколько раз город умирал и возрождался, и все без моей помощи. Но даже он не воскрешает мертвых. Вы сказали, он всех вылечит! Ты не должен страдать так, как она. Докажи свою веру в рассвет, и ты будешь спасен. Я не могу! Не могу ее бросить! Твоя дочь умерла. Живи ради нее, или умри, как она. Ясно. Эх, ну неплохие слова. Есть хочется. Кто там спит? Обнадеженные собрались. Орион готов. Пора закрыть собор. Но сколько наших братьев и сестер еще на улице? Теперь это наша улица. Больше не надо шептаться по углам, бояться петли и кандалов. Им придется подождать. Мать, не засветился. Плохо себя чувствую. Но это не мрак, а что-то другое. Тихо. Печка. А? Огонь неожиданно погас здесь. Выходи, или я пущу болт в эту тень. Я ищу неприятностей там, где их нет. Да это, не стоит беспокоиться. Довольно. Все зашло слишком далеко, друг. Экспериментируй. Надеюсь, ты готов, друг. Я найду тебя. Выходи! Дай мне шанс! Я ничего тебе не делал! А, стой! Собственно, нет прохода. Стоять! Не, погодите, погодите. Я немножечко не понял. Куда мне идти? Что?
Он уже давно сбежал отсюда. Я знаю. Час расплаты, неверный. Я так и не понял, что произошло. Попытай счастье, неверный! Неверный, покажи! Блин, я не понял, как тут пройти. Давай, если все как-то поверх. Ты не зря боишься. Сейчас как-то нужно будет тут. Ты не зря боишься. Мы их взбудоражили, они теперь сменят свои позиции. Оставь меня! Я и сам сдохну! Убрался так же, как и сейчас. Страта! Не доверяйте нам, брат! Ювелирная работа. Что? Здесь труп! Кто это сделал? Не знаю, блин. Ублюдок. Ты заплатишь за это! Охота славное дело, но бой лучше! Истину глаголит, сударь. По-другому никак не скажешь. Блин, я что-то уже как-то слишком долго болтаю. Болтаю ни о чем. Потому что как бы я без остановки вот как вот записал 8-ю серию, и я сейчас без остановки гоняю. Потому что охота до конца пройти эту замечательнейшую игру. Ожидаемо. Даже и не удивило. Удивляет, что немного фризит, а так вообще нормально. Так. Все удивляет меня в этой игре. Каждая мелочь. Ну, с паркуром я уже разобрался. Так что, как-то вот так вот. Уже стало себе легко. Конечно, руку он так перебинтовал не особо хорошо. Как она вообще этот еще бинт не испачкался, там, сменить его нужно. И всякое такое. Нет, конечно же нет. Зачем? Оба, они спускаются в непонятное ничего. Я опоздал на последнюю экскурсию. Отлично, не люблю толпу. Я сам найду дорогу вниз. Окей. Кажется, у меня зуб шатается. Что делать будем? Зуб шатается у него. Речную вонь даже тут чую. Ты это вообще нормально? Успокоиться. Это все нервы. Потихоньку будем выносить. Крысы повсюду. Да не крысы, а люди. Когда припасы будут отправлены вниз? Лифт старше, чем этот квартал, и так уничтожен! Сам Орион не заставит его идти быстрее! Следи за своим языком, друг! Лифт для припасов. На нем можно спуститься. Больше веры, братья! Буря очистит улицы от клима-тиранов и от неверных! Блин, последний стрел потратил. Скоро мы станем свидетелями нового рассвета! Что? Что у меня есть? Что?
стоп, ты же спал. Да, вот тут бы надо было бы стрелы потратить. Но у меня больше их нет. Зато мне нужно пробраться туда. Надо отдохнуть. Тут только один проход. Слушай. Давай, знаешь, что сделаем? Сбегай-ка ты туда. Окей? Ага. Не, погодите. Джей. Если честно, я даже не хотел сюда бежать. Большая часть. Поди сбежал давно. Ну иди сюда, чё. Неверный уже сбежал. Я чувствую. Конечно же сбежал, да. И взрывная поджигательная. Рассвет поможет мне найти тебя. Блин, ну вот... Надо было подхилиться. Ой, боже. Черт, где я F5 нажал? Кто знает. Эх, ну нет, нет, нет. Главное не сдаваться. Тут все проходится. Главное сейчас стрелу вот в этого не тратить, который патрулирует. Вообще бы мне бы стрелу найти. А у тебя есть стрелы, дружок? Плохие времена. Нет, нет, у тебя есть арбалет. У тебя есть арбалет, но нет стрел. Вообще, да, надо было подготовиться, надо было сбегать к продавцу. Как мне тяжко. Все это проходится легко. Как легко? Относительно легко. Проклятый город. Полностью с тобой. Когда согласен. Припасы будут отправлены, а? Вниз. Лифт старше, чем этот. Что вот это вот за нафиг? Бегство! Лифт для припасов. На нем можно спуститься. Фух, вот как будем сражаться. Ну это с одним так можно сражаться, да? Когда врагов много. Каждую ночь одни и те же кошмары. Больше двух таргетов. Тогда вот даже и не знаю. Ну хотя почему? Можно, по идее, можно, но вот. Только осторожно. Куда дальше тут? Забрался, непонятно куда вообще. Сюда же не запрыгну, смысл тогда сюда забрался. Все равно придется проходить тут. Я заболеваю. Я это чувствую. Я не знаю, как ты еще байтишься, так что придется мне в тебя потратить стрелу. Вот бы сюда, ларек с баландой. Чем? С лавандой ты говоришь? Давно бы свалили отсюда. Зачем вам? Я голодный как... Давайте лучше тело отнесем, мало ли. Может, он еще пойдет проверять и запалит тело. Тревога, тревога. А я такой, хоп, и все. Все, возьмем вот такие крысы стрелы. Крысы повсюду. А, ну так тоже можно.
Вообще, да, изи было. Тебя тоже кинем сюда в сторонку. Чтобы не мозоли внизу глаза. Слушай, сейчас арабы налетят. Не надо. Не делай так, чувак. Я не буду больше красть помидоры. Больно. Холодно сегодня. Да. Немножко. Нож, брошь. Слушайте. Пока что все так неплохо проходится. Так, свет тут вырубим. Дядька. Попробуй просочиться в Дэйпорт. Сюда идешь? Нет? Разворачиваешься? Ну и правильно. Все эти фанатики мне не нравятся. Не люблю фанатиков. Лети дальше. О! Чирик. Ну, на ладно. Что не заподозришь, да? На тебе. Все равно, по большей части. Что за лифт? А, во. Лифт для припасов. Ну нам вниз. Нам только одна дорога. Вот, кстати, тут вот. Может быть запомнить, что там наверху люк. Что бы в руки взять? Я ничего не могу в руки взять. Сейчас что-то произойдет. Или что-нибудь опять меня напугает. Потому что в этой игре есть хоррор. Не думайте, что в ней нет хоррора. Ох ты ж, ё-моё. Ой, сколько страж. Лучше спрятаться. Каждый новый город строится на костях старого. Если бы эти камни могли говорить, что бы они рассказали? Они сказали бы. Они бы сказали бы историю прошлого города. И то, что хватит строить на месяц прошлого города. На все. Забастовка. Блин, офигенно. Офигенно просто. Народ куда-то собрался. И куда, интересно, они топают. А, скорее всего, на эту церемонию. Ну, не церемония, какой-то ритуал. Куда нам спускаться? Что мы так долго спускаемся? Как? Вот, загрузочный док снаружи. Снаружи? Разве не внутри? Нафига ты упал? Блин, да как-то вот, знаете, вот после вот этих вот всех вот игр, где люди нифигенно далеко прыгают. Спускайтесь, право. Я, если честно, так и ожидал, что мы... Надеюсь, кто-нибудь заварушку устроит. Я его проучу. Приехали. Процессия озаренных движется не спеша.
Есть время, чтобы вскарабкаться обратно. Идите в город. У них свой город уже есть. Где-то я уже такое видел. Как тихо на улицах. Надеюсь, кто-нибудь заварушку устроит. Я его проучу. Зачем? Сдохнуть захотелось. Погоди, сейчас заново. Сейчас все будет. Потихоньку, помаленьку. А зачем, кстати, мне наверх сейчас подниматься? А, точнее, скорее всего, потому что я там ехал, да? И приехал. Нет, туда не пойду, я хочу наверх. Хочу выше. Ага, выше. Так сказать мне говорят. Нет, не говорите, что... Это глюки, надеюсь. Надеюсь, это глюки. А не то, что я думаю. Какая прелесть. Артефакт города. Мне нужны... Куда мне нужно было идти, на самом деле? Зачем я сюда тогда полез? Может, еще ниже? А, вот. Сюда. Да, все-таки. Я не очень рад этим ебакам. Да, опять идти-то. Что ж я все так путаюсь? Надо сосредоточиться. Сюда, что ли? Походу сюда. Ну, я не знаю, просто больше проходов. Видел же, что плиты, нафига наступил? Идиот. Это место. Нет места, блин, вот. Дядька. Не, пускай тут лежит. Иди сюда, блин, мои огненные стрелы. Я же знаю, чего вы боитесь. Это было лишь припасов. Какое отродье это сделало? Это все порождение тьмы. Они идут на шум и движение. Будьте осторожны, братья. Не, я не порождение тьмы. Я Гаррет. Вор в законе. Мне кажется, там... Хотя... Если честно, я не очень рад увидеть еще раз этих ебак. Да что меня все... Мне все хочет убить. Надо быть аккуратнее, надо более сосредоточенным быть, надо... Думаю, что всегда, везде есть ловушки. Хотя так и есть, слушайте, тут на каждом шагу ловушка. Надеюсь, это не мрак. Мрак, то есть это тут чудовище, что ли? Чудовища. Кто же вас убил? Наверное, это мой приятель, да? Грохнуть, а? Ребята, не знаете? Давай, тебе не нужен свет. Прячься в тени! Скоро все кончится!
силах ничего. Знаете, мне это... Я готов. Почему ты готов? Да вот все собрались. Здесь угроза рассвету, братья! Тащите неверного на свет! Вау. Хотя бы опробовали эту стрелу. Я не понимал, как так по стелсу пройти. Если честно. У меня с собой бутылка была. У меня с собой бутылки не было. Блин, надо стрелы искать, охотничьи там. Без стрел вообще голяк. С охотничьими бы стрелами тут бы. Раз, два, три, все. Все. Полегли бы. Кто это там маньячит? Похоже, как и я ищет. Приключений. Фух. Чем дальше, тем страшнее становится. Чувак, не-не-не, нафиг надо. Полезу-ка я тут лучше. Не хочу закончить, как ты. У меня этого в планах не было. Ну, если чую. Все как в приюте. Их изменила Прималь. Их изменила Эрин. Надо срочно остановить Ориона. Ладно, это вообще забей был сейчас. Да вы стрёмные, ребят. Они стрёмные. Ебать, они стрёмные. Интересно, на вас действует эта слепилка? Нет. Да. Окей, придется потратить. Насчет тебя не знаю. С тобой это? Грифан? Да это иди дальше. Я тут это сижу. Ты не против? Ну, как всегда, да. Все хорошо, да. Все, давай. Удачи тебе там, найти кого-нибудь. Чем? Не свет, нафиг свет. По-быстрому поднимем, чтобы он не пришел. У меня ж хилок нету с собой. О боже мой, он съест нас, мы все умрем. Все, полезли так. Две стрелы есть, на одного хватит. Но... Хватит-то... Опять я не слежу. Да. Тайминг, блин, конечно. Божеский, ничего тут не скажешь. Хилок нет вообще, все. Можно писать ГГ. Ну, все по-быстрому. Теперь погнали, да? Да, все, теперь не работает. Сначала я думал, что FIF это игра, которая научила меня не любить свет, но под конец я начал сомневаться в этом.
появились идет ебальки. Тихо. Этот звук. Кажется, что-то движется. Прямо за воротами. Это те твари, я знаю. Так близко они еще не подходили. До сих пор. Как ты думаешь? О! Что? Мы подеремся. Вот все. А, блин, зачем? Вот почему-то я вас не могу стрелы найти. Знаете, это как было бы полезно. Следа надо. О, хилка. Пока что жрать не будем. Прибережем для лучших времен. Кстати, вот тут могут эти твари появиться. Вы не запускайте такие места просто, и все. Эти твари не появятся. Элементарная гигиена, назовем это так. И все, и не будет этих тварей. Нет, они зато запустят все, а потом ходят, ноют. Ой, эти твари. Что ж они тут делают? Зачем они тут нужны? Нытики. Ушающие, ослабляющие. Пойдем дальше. Ё-моё. Орион занимается целительством в этой ротонде. Эрин где-то рядом. Что-то надо решать. Но, знаете что? Давайте на этом закончим. А всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока. И хорошего настроения. Пока.